И снова всех приветствую на нашем канале «Вокруг водоема». Итак, приехали с товарищем, подписчиком на реку Зеленую. Да, да, действительно она зеленая, вода зеленая, все деревья, все в камышах. В общем, в данный момент карасик с ладонь чуть больше попадается, но редко. Товарища зовут Александр. Всем ребятам привет. Валерка Борябка, тебе тоже большой пламенный привет. Вот. Ну, в общем, порыбачим, посмотрим. Взял с собой фидер, дальние забросы, убийца карася. И закинул ложечку. Посмотрим, как она и что. Ну мы глянем, что-то так удар такой был. Аж что-то пинник не косил. О, по его сторону. О, молодец, ну такой средненький пойдет. На убийцу карася. На червячка, да? Да, на червячка. Привет.
сюда по осени на щуку приехать. Возьмешь лодку, приедешь, попробуешь. Как раз плавно. И сейчас щуку можно ловить. Так и еще. Это значит, ты сюда не приезжал. Ей тут хватает. Правда, не знаю, які екземпляри, але думаю, тут не маленькі є. Раніше, года 4 назад, на удочку линка навіть опіймав. А там, де линок, там же ж вода чиста, вважається. Грязно не живе. І так, друзі, поймали трофейчик, смотрите. Як там треба фотографувати, отак? Латвичка, видите какая? А потянула, я думал, что там карт был. Какая латвичка. В общем, выпускаем, конечно же. О, красавца вытащили. В общем, на червячка берем. Лучше на червячка. Пробовали на опарыша, на червячка лучше. Итак, друзья, заканчиваем мы рыбалочку нашу с Александром. Вот что мы поймали. Килограммчика по 4. В общем, а вам желаем ни хвоста, ни чешуи. В общем, всем удачи, всем пока. Рыбалка была отличная. Брала хорошо на убийцу карася и на патерностер. Кто еще не видел, как сделать патерностер, переходите на следующее видео сверху. Все, а мы поехали. Жара, пекло. Все, счастливо. Счастливенько. Да, и не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. На наш канал «Вокруг водоемов». Меня очень просто там найти на ютубе. Просто в поисковику на ютубе напишите «Вокруг водоемов», сразу же меня найдете. Подписывайтесь и не забывайте нажать на колокольчик. Thank you.